А волейболисты Ярославича неудачно начали плей-офф в Суперлиге чемпионат России. Они проиграли в Уфе местному Уралу. За час с небольшим хозяевам победили в трех партиях и взяли первую игру 1/8 финала. Общая победа на этой стадии плей-офф засчитывается, если команда побеждает в двух играх. Следующую встречу с Уралом Ярославич проведет дома в субботу. При поражении наш клуб закончит чемпионат страны.